У нас сегодня сенсация, у нас праздник, новая рубрика. Вы знаете, что за последние 2 века жизнь человеческая сократилась более чем 2 раза? Именно поэтому телеканал Шоп-н-Шоу пришел к выводу, что пора открывать рубрику «Здоровье». В этой рубрике мы вам расскажем о том, как прожить дольше, поделимся советами, поделимся традиционной и нетрадиционной медициной. И представлять эту рубрику у нас будет наш эксперт с 20-летним стажем Василий Репин. Василий, добрый день. Спасибо. И моя очаровательная ведущая Елена Шептунова. Здравствуйте. Ну что ж, мы начинаем свою рубрику, и сразу хочется спросить. Вот ты знаешь, Василий, что китайские императоры жили невероятно долгое время. За счет чего? На самом деле, китайские императоры, благодаря тому, что производятся археологические раскопки, доказано, что они жили более 100 лет, так, именно китайские императоры. И самое главное, при этом были очень здоровы. То есть их внутренние органы были совершенно здоровы. И все потому, что они ежедневно совершали акупунктурный массаж своих стоп. Днем, вечером и, конечно же, с утра. И то есть это очень полезно. И мы вам предлагаем этот китайский массаж сразу у себя дома в нашей обуви для здоровья. Это тапочки массажные мессенджер. Они у нас представлены в 3 размерах. Зеленый цвет, который вы сейчас видите, в размерах от 36 до 38. Сиреневый цвет от 39 до 40. И синий цвет следующий, это единый размер от 41 до 43. Так что, если вы попадаете в эти размеры, сразу заказывайте для себя, и, конечно, я рекомендую заказывать для всей семьи. Цена 899 рублей за пару, но я хочу сказать, что здоровье действительно бесценно, и оно ни с чем не сравнимо. Почему мы массируем именно стопы, а почему не спину, не голову? Потому что это действительно открывает китайский секрет, и самый главный древнекитайский секрет для того, чтобы быть здоровым, наше здоровье всего нашего тела, нашего организма, оказывается, напрямую зависит от здоровья наших стоп. Вот именно поэтому нужно сделать грамотный акупунктурный массаж стопы. А что оно лечит, наш такой массаж? С чем справляется он? Много на самом деле заболеваний, потому что на самом деле на наших стопах расположено, сколько бы вы думали, на самом деле более 7000 биологически активных точек, которые напрямую связаны с нашими внутренними органами. То есть точка номер 1 отвечает за головной мозг, то есть массируя акупунктурный массаж, производя на этой точке, мы посылаем посыл в наш головной мозг для того, чтобы активировать его работу, для того, чтобы действительно усилить циркуляцию крови, прилив крови головному мозгу, чтобы напитать его кислородом. Это великолепная профилактика инсультов. Наконец, точка номер 8, обращаю внимание, отвечает за глаза. То есть мы можем с вами увеличить свое зрение, потому что расслабляются, идет воздействие на эту точку, и у нас расслабляются окологлазные мышцы. Это очень хорошо и важно сделать. Наконец, желудок, у кого есть гастриты, колиты. И вот смотрите, эти точки, они воздействуют на всю нашу стопу и как бы пробуждают наши органы. То есть я правильно понимаю, Василий, с возрастом наши органы как будто засыпают, они устают, они не хотят работать. Но благодаря акупунктурному массажу мы как будто бы, знаете, даем силы нашему организму, и их просто пробуждаем. Я бы даже сказал, что как бы вырастают крылья у нас за спиной. Мы как бы летаем по жизни легко, потому что мы грамотно производим с вами акупунктурным массажем нашу стопу, как левую ногу, так и правильно. Посмотрите, пожалуйста, как они хорошо выполнены, какой они формы. А почему они вот одна больше, я смотрю, головка, да, другая поменьше, одна потолще, другая потолще? На самом деле верное замечание. Вот в данной области вот эти головки расположены повыше. И они потолще в диаметре. Это сделано для того, чтобы дать большие усилия вот на эти биологические точки активные, чтобы не дали больший посыл. Это как раз отвечают вот эти точки у нас за желудок. Для того, чтобы улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Вот сейчас на самом деле очень хорошо сделать биологически активный массаж всех наших стоп. Для того, чтобы получить... Смотрите, пожалуйста, как хорошо промассирована стопа. Вот как раз видно, где головки повыше, там углубление побольше, выемки побольше. Вот сейчас великолепно улучшается работа желудочно-кишечного тракта. То есть связь вот этих биологически активных точек имеет прямую связь с нашими внутренними органами. То есть они у нас с вами оздоравливаются. Это прекрасно и великолепно это сделать, и это происходит именно сейчас. Всего 30 минут хождения в нашей обуви для здоровья, и вы полны сил и энергии. У вас отличное настроение. У нас тоже есть доказанные факты из наших энциклопедий. Обратите внимание, что вот этот самый известный долгожитель нашей планеты, это китаец Ли Циньюн, который прожил, сколько вы думаете, вот посчитайте, он начал свою жизнь в 1700
1677 году и закончил по 1933. 256 лет. Это, между прочим, доказанный факт. Три основополагающих его здоровья было: это питание, это дыхательная гимнастика и это акупунктурный массаж стоп. Это важно. Сегодня вы можете его получить в свой дом. Дозвонитесь и оформите свой заказ прямо сейчас. Выбирайте обувь для здоровья для всей семьи. Что делает у нас обувь для здоровья? Для того, чтобы снять ощущение тяжести в ногах, почувствовать прилив сил, оказывать приятный массаж стоп. Это как минимум делает обувь для здоровья. Для того, чтобы препятствовать образованию натоптышей, ведь это больно натоптыши. Для того, чтобы тонизировать и зарядить энергией весь наш с вами организм. И, наконец, такая обувь позволяет коже ног просто-напросто дышать. Угу. Там не скапливается запах пота. Более того, применяя такую обувь, запах пота просто-напросто устраняется. Это очень великолепно. Здорово. Мы сейчас видим, как наша Светлана воздействует на всю свою стопу, а значит, ее организм улучшается. Очень хорошо промассированы. Пока мы с вами разговариваем, уважаемые телезрители, дорогие наши друзья, посмотрите, каждые 10 минут оздоравливает свой внутренний орган. Например, печень очень хорошо промассирована. Мы с вами видим справа вот эти углубления. Они очень большие, не больше других углублений по размеру. Это видно визуально. Вот сейчас идет, улучшается работа печени. Ведь печень – это наш с вами фильтр. Да, то есть массируя активно каждую биологическую активную точку, мы улучшаем работу наших внутренних органов. Вот она печень, вот она эта точка номер 18. Посмотрите, пожалуйста. Вот сейчас мы видели, какой след остается на подошве у нашей гости. Это великолепно идет массаж. И, наконец, сердце, точка номер 33. Наш пламенный мотор. Массируя вот эту точку, у нас улучшается работа сердечной мышцы. Улучшается подача кислорода к сердцу. Это важно сделать на самом деле. Расширить наши сосуды и на самом деле дать сердцу наше питание. Каждый ваш орган получит питание, потому что, делая акупунктурный массаж стоп, мы с вами усиливаем кровоток каждому органу. Мы с вами усиливаем энергию каждому нашему органу. То есть массаж точек, связанным со всем опорно-двигательным аппаратом. Желудочно-кишечным трактом и печенью улучшается, это будет происходить. Шея, плечи, поясницы, промассируется каждая точка. Вот и не ушли головные боли. Вот мы избавились с вами от мигрени. И вот, наконец, мы с вами чувствуем здоровый, крепкий, спокойный сон. Хорошо высыпаемся и хорошо просыпаемся. Вот согласитесь, что склонность к хроническим заболеваниям у каждого из нас растет, потому что наши органы засыпают. Но с помощью обуви для здоровья вы пробуждаете свой организм. Вы даете им новую жизнь, новую силу, и ваш организм начинает оздоровление. Успейте выбрать для себя 899 рублей. Цена у нас есть 3 размерных ряда. Вот эти зеленые тапочки, которые вы сейчас видите, вот эта обувь для здоровья в размерах от 36 до 38. Посмотрите, как она великолепно, просто было видно сейчас каждую вот эту вот головку, которая массирует нашу стопу. Каждая массажная головка действительно активно массирует биологическую активную точку. Посмотрите, пожалуйста, вернулись домой с работы, массируем наши икры. Проще надеть вот эти тапочки, обувь для здоровья. Воспользуйтесь ими, носите их каждый день. Просто рекомендую вам начать с 5-10 минут, увеличивать до 15, и поверьте, они станут любимой домашней вашей обувью. Вы легко выполняете дела, работу своей по дому. Вы занимаетесь уборкой квартиры и носите эти тапочки. Вы готовите обед и занимаетесь и носите эти тапочки, которые массируют ваши стопы, которые дают энергию и заряд и здоровье нашим внутренним органам. Походили в этих тапках, отдыхайте. Хватит массировать икры. Это сделает для вас обувь для здоровья, даст прекрасный массаж ваших стоп. Выбирайте для себя сегодня невероятный массаж ваших стоп. Тапочки массажные Шацо, одна пара, выгода 200 рублей. Тапочки, если вы забираете сразу 5 пар для всей вашей семьи, вы получаете выгоду 1000 рублей. Это остается в вашем семейном бюджете. И сегодня, выбирая для себя обувь для здоровья, для своей семьи, вы продлеваете вашу жизнь. Дозвонитесь прямо сейчас. Позаботьтесь о здоровье своем и своих близких. Но вот я, когда маме, например, выбираю в подарок тапочки, она мне говорит: Лена,
не дари только тряпочные, потому что я или в душ зайду, или вот, ну, она к нам в баню намокают. Очень часто ходит, да, намокают, и потом сушить, они деформируются, они распадаются. Что будет с нашей обувью? Она, вот такая обувь действительно распадется, там будет неприятный запах, там действительно она будет распадаться, будут эти нитки. Вот давайте посмотрим, что это происходит. Вы пошли в душ, вы пошли на самом деле в баню, вы пошли в бассейн, что сейчас происходит? Посмотрите, пожалуйста, вот сейчас. Топи их, пожалуйста, побольше, топи. Мало того, что они дают великолепный оздоровительный эффект, массируя наши стопы, их еще прекрасно можно применять не только дома, но можно применять еще, пожалуйста, в бассейне, пожалуйста, в бане, пожалуйста, в душе. Мало того, что они какие красивые, вот так стряхнули их, пожалуйста, да? Вышли сухими из воды, именно так скажу. Сухими из воды выходят, ничего с ними не случится. Ничего не произошло. Абсолютно. Они не деформировались. Они не деформируются. Они прекрасно держат вашу ногу, и вы не поскользнетесь на кафеле. Именно специально так устроена эта подошва. Так что своей маме просто рекомендую. Сегодня ты без этих тапочек не идешь. Своей маме будет прекрасный подарок. Вообще, знаешь, мне кажется, после бани даже стопа более распарена, и, мне кажется, стопа более промассируется. Вот когда стопа распарена, время идет, мы с вами говорим, посмотрите, как великолепно сейчас промассировалась стопа. Это просто видно невооруженным взглядом. Каждая биологическая активная точка тщательно промассирована. Ведь каждая биологическая точка связана с внутренним органом. Вы улучшаете работу своего опорного двигательного аппарата. Вы восстанавливаете работу желудочно-кишечного тракта. Вы избавляетесь от головных молей и мигреней. Не массируйте свои икры руками, пожалуйста. Есть средства, есть обувь для здоровья, которая это сделает за вас. Которая тщательно промассирует все биологически активные точки на ваших стопах. Это приятно, это удобно, это комфортно и самое главное, это полезно для здоровья. Выполняйте какую-то работу по дому, оденьте вот эти тапочки для здоровья. Они станут вашей любимой домашней обувью, потому что это приятно, потому что это комфортно, потому что нет головных болей, потому что нет мигрени. Хватит тереть свои икроножные мышцы руками. Пора об этом забыть, потому что сейчас есть обувь для здоровья, наши массажные тапочки с массажными головками, которые выполняют свою прямую функцию, выполняют грамотный массаж биологически активных точек и, соответственно, дают энергию, заряд нашим внутренним органам. Спокойно выполняете неспешно свою работу всего, по квартире. Да, занимаетесь минут день, уборкой. Да? Ну, конечно, начинайте с 10 минут в день. Мой вам добрый совет. Доводите до 15, до получаса. И на самом деле эти тапочки, эта обувь для здоровья станет вашей любимой обувью. И дома, пожалуйста, носите. И, пожалуйста, идите в бассейн, идите в сауну, потому что они не промокают, они не впитывают запах пота. Мало того, они ее устраняют.